Здравствуйте, дорогие зрители! Я Виталий и моя прекрасная соведущая Алина. Приветствуем вас на Средиземноморском побережье Турецкой Республики. Сегодня у нас фруктово-овощная тема. А также мы расскажем про базары нашего замечательного города в следующем ролике. Самое время подписаться на наш канал. Где выгоднее покупать овощи и фрукты в Алании? На рынках или в лавках, которые называются Манаф? А может, в крупных магазинах вроде Мигрос? Давайте разберемся. Для сравнения мы выбрали три вида продуктов, которые покупают большинство жителей любого города. Это помидоры, яблоки и бананы. Виталий, вот тут, кажется, самые красивые помидоры на рынке. Давай узнаем, сколько стоит килограмм. 15 лир за килограмм. Достойные. А ты знаешь главное правило обращения с помидором? Виталий, разве есть какие-то правила обращения с помидором? Когда надкусываешь помидор, нужно подальше отходить от гостей. Мне нравятся эти бананы. Килограмм 30 лир. Берем? Берем. Посмотри, мои любимые фермерские яблоки. И цена всего 30 лир. Отличная цена. Алина, а давай теперь посмотрим, сколько они стоят в Манаве. Пошли в Манав. Пойдем. Вот очень симпатичный магазинчик. С виду все очень свежее, всего много, глаза разбегаются. Яблоки по 40 лир, а бананы по 35. Отлично. А помидоры в этом магазине стоят 25 лир за килограмм. Прекрасная цена, Виталик. Ну вот, наступает финальная часть нашего мини-исследования. Мы в Мигрос. Сколько же тут стоят помидоры, яблоки и бананы? Помидоры 35, яблоки 27 и бананы 38 лир. Итак, как мы видим, помидоры в это время года выгоднее покупать на базаре. Яблоки в Мигросе, а бананы также на базаре. Хотя я бы сразу пошел в Мигрос и купил все, что нужно. А я бы пошла на рынок. Там и дешевле, и все свежее, и огромный выбор. Ну, мнения у нас разделились. А что думаете вы? Оставляйте свои комментарии под видео и... До скорой встречи! Пока-пока!